Имитация воздушного боя и мертвая петля на высоте в несколько тысяч метров. Высший пилотаж спортивных и исторических самолетов развернулся на глазах у зрителей на авиационном празднике, посвященном 73-й годовщине Победы. Свои навыки продемонстрировали и мастера парашютного спорта. За праздничным шоу наблюдал Владимир Маркин. Рев двигателей разрывает воздушную тишину. На высоте спортивные самолеты Як-52. Трюки железных птиц впечатляют. Пилоты демонстрируют высший класс. На глазах у публики развернулось настоящее авиашоу. Я думаю, что для жителей Самарской области это мероприятие, в общем-то, принесет пользу, особенно для детей. Летчики, мастера все. Вот, я думаю, что им будет интересно. Знаменитая мертвая петля, а также имитация воздушного боя. Выступления в небе завораживают своей реалистичностью. Четкий выбор позиции и условный противник атакован. Крылатый спортсмен подбит и экстренно идет на посадку. Свое мастерство уже за пределами самолетов демонстрируют и парашютисты. Покорять воздушное пространство для них не впервой, и сильный ветер не помеха. Для экстремалов главное – драйв полета с высоты в 1500 метров. К прыжку готовы. Там, внизу, сотни зрителей ждут спортсменов с российским триколором в зоне приземления. Есть свои особенности при таких погодных условиях осуществлять прыжок. Ну, как бы с практикой все это проходит нормально. Задача прыжка – работа на зрителей, то есть показательные прыжки и видеосъемка. То есть разные дисциплины, разные задания. Шанс познакомиться с летающей техникой посетители получили на земле. Посидеть в кабине самолетов желающих нашлось множество. На выставке – модели малой авиации «Элитар» А-27 и А-33. Очень классное мероприятие, хорошо оформлено. Вообще такие мероприятия, они нужны, потому что они поднимают патриотический дух все-таки молодежи. Успели все посмотреть и полетать уже успели. То есть все очень классно. Авиационно-спортивный праздник, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, стал настоящим подарком для жителей Самарского региона. Многие посещают аэродром Бобровка ежегодно. А 9 мая любителей воздушного шоу ждет показательное выступление пилотажной группы «Русь» при личной поддержке главы региона Дмитрия Азарова в парковом комплексе истории техники имени Сахарова в Тольятти. Владимир Маркин, Дмитрий Столяров, Новости губернии.